Такая грязная. Сейчас будем мыть. И посмотрим, что будет после. Вот теперь чисто. Чисто, чисто. Надоело уже этот вирус, все снимают про вирус. Нет, снять что-нибудь такое, чтобы люди успокоились чуть-чуть, да? И так все на нервах, а тут еще вирус этот долбанный. Вот утки, им все равно вирус или что-то. Они живут в своей жизни. А мне нечем покормить вас. Некрасивые такие. Самка, самец. Тебя кормят, да? А мне ничего нет. Нет ли что-нибудь хорошее с ним? Все, вирус Польши закроет, границы там все закроет. Как один доктор говорил, от простого гриппа больше людей умирает, чем от этого вируса. Просто кому-то это нужно, да? Вот они гуляют сами по себе. Такой вирус им не страшен. Солнце есть, но холодно. Вчера ночью снег шел. Как бы не простудиться, еще просто от простого температуры с работы могут выгнать и еще на карантин запереть. Кому это надо? Так что лучше пойти одеться потеплее. Я еще хочу снять одно место. В одном селении нашел Польшу, конечно, страусов, кто-то содержит страусов, вот хочу поехать туда и снять, а только потеплее одеться, а тут дует как. Уже четвертый месяц кончается, как я здесь нахожусь, Польша. Я не думал, что настолько я задержусь. Как будто специально для меня все. Как только приехал, на водителя место освободилось сразу же. То есть как меня ждали. Да? Потом пошло, поехало. Да. Намучился, конечно, но застрял я здесь с этим вирусом чертовым. Теперь уже, что можно сказать насчет этого, приехал сразу водителем, прошло время, сейчас координатором меня поставили, ну, этого я никак не ожидал, да. Теперь у меня все на мои свои там месяцы, мои друзья, которым познакомился здесь, и даже подруги. Они уезжают, остаюсь я один, да. А новые приезжают, кто знает, какие-то непонятные люди. Водитель, координатор, я не знаю, что еще в будущем будет. Теперь уже застрял надолго, так что если координатор, все уже официально сказали мне с фирмы, так что уже не уедешь. Так, решить вот один мой знакомый из Грузии накупился на рынке на 800 злотых. Представляете, на 800 злотых, ну их много, ребят, купить. Накупился,
И тот же ночь напился, купил билет через интернет и утром уехал, улетел в Грузию. Вот. Вдруг захотел домой, да. Я каждый день хочу домой, но теперь уже не поедешь. Тем более с этим карантином и так уже нельзя. Так что я застрял здесь, не знаю, надолго, а сколько, кто знает. Да, устал. Как наш бригадир Миша говорит, классный украинец один на работе. Миша. Я не буду говорить фамилию, какая. Такого человека я вообще не встречал. Всех по именам знает, всех работников, имя, фамилия, все знает. И столько всего на нем, на его голову лежит вся почта, да, и поста. И все, во всем разбирается, все свое место, всех выучил. Я и говорю ребятам, что он не человек. То есть не в таком плохом смысле не человек. Он инопланетянин. Или у него в голове чип стоит. Как он все это помнит? Сильный человек, сильный. Молодой парень, да. Он так ходит, прикольно, я говорю, как Робокоп. Точно, как раньше фильм был Робокоп. Кто помнит, знает, кто смотрел. Точно так же и походка у него. Говорю, украинцы классные ребята, все. Ну, с кем я встречался, для меня все классные. Сегодня один день отдыхаем, воскресенье только. Я в субботу тоже работали. Почта не закрывается. Потому что все сейчас выписывали онлайн, не выходя из дома, и так выписывали поляки, но сейчас больше, все подряд. Картошку, не знаю, там все продукты, все выписывают через почту. Через мои руки, как бы сказать, проходит все. Да и страх тоже есть, да. Как бы просто так не заболеть. Температуру меряют. А вдруг-то горло мне болело, но температуры не было, слава богу. Да. А вдруг будет? Сразу тебя расстрел, как пишет Путин. Выпустим на расстрел. Расстрелять. Да этот градус, что там электронный, чем они проверяют эту пробу, подставляют, это точно такое очень плохое чувство, да, как будто точно пистолетом. Я Мише говорил, ну вот пристроить к нему, приклеить пистолет и к пистолету этот градусник приклеить, и температура будет сразу пули в лоб. По-моему, лучше и гуманнее, потому что человека отпустили многих, там, ну, двоих, троих, там, просто заболели, не от вируса. Температура у одного было 40, сразу его, он чуть не умер, нервничал, то все такое. Одного моего знакомого мерили неправильно, иногда меряли, да? Его в сторону, вот, ты говорит, не, пока постой здесь, а он побледнел, вообще испугался, думает, все, хана ему, да? Очень плохое чувство, да? Я пошел в магазин и взял градусник. Если будет температура, не буду выходить на работу, да и все. По-другому никак. Четвертый месяц не было температуры. Потом горло чуть-чуть болело. И то я был виноват, да. Там на работе холодную воду выпил, очень холодную.
сразу глаза запалило. Есть в магазине одно лекарство, не буду говорить, как бы на рекламу сошли. Сразу помогло, сразу. Вот тут есть эти птицы большие. Вот они, да. Не знаю, увидим или нет. Страусы. Вот они, краус. Огромные краусы. Им тоже все равно. Песик. 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 Вот краус. Видно или нет? В селениях вообще очень красиво, красиво. Наверное, летом тут будет много работы. О, тут видно, что полярки недавно как бы разбогатели. Да? Потому что сейчас все строят. Но это место как бы считается очень популярным местом. Здесь богатые как-то строят дома. Ну, есть, может быть, где-то бедные, но... Да, тут много будет работать, да. Земли много. Но земля не черная, какая-то серая какая-то, да? Да, я вышел опять недалеко от хостела. Да, что-то километр, да, полкилометра еще меньше. 5 минут и здесь. Здесь выхожу каждые выходные. Тишина, покой, это вообще классно. Да. С машины я забрался, помыл, почистил. Теперь как бы чищу мозги, или как сказать, чищу легкие. Посижу здесь немножко, с домом поговорю, с семьей. Они тоже на нервах, да? Я тут застрял как-то и думал, что так надолго я здесь побуду. Да, вчера снег шел ночью. Сегодня солнце, но ветер дует холодно вообще, так что прогуляться не пойдет, надо в машину посидеть, в машине. Вот видите, снег. Вот снег. Так что пойду в машину, пойду в машину.